Прошло 2 суток. Деньги у клиента так и не появились. Всем привет, это влог дверника. Сегодня 8 дверей. Вчера я их начал, сегодня доделываю. Ставлю доборы, ручки, наличники. На объекте отделочники, которые работали, неправильно сделали стык линолеума в проемах. В нескольких только проемах правильно сделан стык. Под полотном будет. Во всех остальных случаях снаружи, то есть его будет видно даже при закрытой двери. Ну вот, установил доборы. На все 8 дверей, все красиво. Еле-еле. Работаю сегодня с самого утра, болезненное состояние, и в течение дня, вот прошло полдня, оно все развивается, развивается и развивается. К концу дня у меня села батарейка, и я не смог заснять конечный результат. По завершению объекта клиент не смог мне заплатить за работу, потому что у него не было денег. Прошло 2 суток. Деньги у клиента так и не появились. Начал кормить завтраками. Дескать, перезаймет и отдаст. Но так и не получилось у него перезанять, и получится ли, еще неизвестно. Но это в любом случае не последнее видео с этого объекта. В случае, если мне не отдадут деньги, я буду делать демонтаж своей работы, возвращать все, как было до меня, и обязательно это все засниму. В общем, видео с этого объекта еще будет. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий.